Более 500 площадок в 89 регионах страны участвуют в акции «Открытая премьера». С 20 по 23 марта там бесплатно показывают новые отечественные мультфильмы для детей и взрослых. Художественная галерея уже много лет организует подобные просмотры в рамках открытого российского фестиваля анимационного кино. В этом году представлено 5 программ, 47 мультфильмов. Все программы разделены по возрасту, потому что собраны мультфильмы для наших самых маленьких зрителей. Это 0+. В этом году 3 программы 6+. Одна из них полностью представлена киностудией «Союз мультфильм». И одна программа 12+, где собрано уже авторское кино, авторское анимационное кино. 12+, это даже совсем уже не детские мультфильмы, а это для нас с вами, для того, чтобы мы посмотрели философски обычно, с какими-то глубинными проблемами, или наоборот, с таким взрослым подходом к анимации. В рамках акции на большом экране дети могут увидеть серии уже знакомых телевизионных мультфильмов, таких как «Барбоскины», «Отель у овечек», «Дракоша» и многие другие. Кроме этого, в рамках фестиваля представлено множество авторских анимационных картин. Анимацию мы очень любим сами и очень рады, что много авторского кино, не только сериальные мультфильмы, которые дети и так смотрят по телевизору, а именно авторская анимация, которая не достигает ни телеэкранов, ни киноэкранов, тем более, потому что это все короткометражки, маленькие, коротенькие фильмы. И здорово, что вот такая акция раз в году проходит и может показать такие мультфильмы, мы можем посмотреть их. Акция примечательна тем, что на ней вся страна определяет обладателей приза зрительских симпатий фестиваля. После просмотра каждой программы зрители голосуют за понравившийся мультфильм. Результаты передаются организаторам фестиваля в Суздале, которые подведут итоги и наградят победителей. С 20 по 23 марта художественная галерея проводит бесплатные показы, которые может посетить любой желающий. Тех, кто не сможет прийти в будний день, в субботу будут также ждать 4 программы с 9:30 до закрытия галереи. Подробную афишу можно посмотреть на постере у входа в художественную галерею или в официальной группе учреждения ВКонтакте. Визит организованной группы возможен по предварительной записи. Телефон 70287 или 66409. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.